Кроме различного использования наших разработок в медицине, наши решения можно применить, например, для авиадиспетчеров, профессиональных водителей или пилотов самолета. Наука позволяет вам открывать тайные законы Вселенной, и поэтому заниматься наукой крайне интересно. Мой научный путь начался на третьем курсе, когда я пришел к своему будущему научному руководителю, и мы с ним обсуждали возможные темы для курсовой работы. Он предложил мне заняться моделированием электродинамических характеристик фрактальных проволочных антенн. И поскольку геометрия антенны была схожа с фрактальной кривой, в качестве одной из геометрических характеристик было решено использовать фрактальную размерность. Общая идея заключалась в том, чтобы по набору геометрических характеристик предсказывать соответствующие электродинамические характеристики антенны. Оказалось, что задача численной оценки фрактальной размерности является довольно сложной и не до конца решенной. Меня эта задача увлекла, и на эту тему были написаны мои первые научные работы, которые были опубликованы в международных журналах. Антенны обладают геометрическими и электродинамическими характеристиками. Говоря простым языком, электродинамические характеристики позволяют понять, в каком направлении антенна будет наиболее эффективной излучать и принимать сигнал, какая у нее будет резонансная частота, ширина полосы пропускания. Способом сохранения электродинамических характеристик антенны при уменьшении ее габаритов является усложнение геометрии антенны. Например, это можно сделать при помощи фрактализации. Сейчас я занимаюсь научной деятельностью в университете Иннополис. Преимуществом Иннополиса для ведения научной деятельности является то, что Иннополис аккумулирует множество специалистов, ученых и исследователей с различных университетов из различных точек нашего мира. Здесь созданы все условия для комфортной жизни и работы. На сегодняшний день я участвую в двух крупных проектах, которые занимают почти все мое время. Это исследование анализа движения глаз рентгенологов и решение задач быстрого проектирования антенн. Кроме того, у меня есть два личных проекта. Один в области медицины, а другой ближе к области робототехники. Наша лаборатория искусственного интеллекта имеет несколько крупных направлений для исследований и коммерческого сотрудничества. Одно из таких крупных направлений является автоматический поиск патологии на медицинских снимках. И при внедрении такой системы возникают вопросы. Необходимо показывать предсказания системы до анализа рентгенолога или после его анализа? Как начинающие рентгенологи будут реагировать на результат такой системы? Может быть, они будут излишне доверять результатам этой системы и повторять ее ошибки? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, я занимаюсь изучением особенностей визуального восприятия рентгенологов. Как предсказания системы влияют на паттерны их поведения, как паттерны поведения рентгенологов изменяются с течением длительного времени анализа медицинских изображений. Следующим шагом развития данной системы является эффективное внедрение в повседневную практику врача-рентгенолога. На текущий момент наши решения на основе искусственного интеллекта обладают достаточно хорошим уровнем качества диагностики. Более того, мы знаем, как его можно улучшить. Но другой, возможно, более важной проблемой является то, как эффективно внедрять эти решения в повседневную практику рентгенолога. И для этого необходимо понимать, как рентгенолог анализирует изображение. В качестве примера мы получили предсказание от искусственного интеллекта о наличии патологии на снимке. Это предсказание необходимо показать рентгенологу до его анализа или после анализа. Не возникнет ли такой ситуации, что неопытный рентгенолог будет доверять системе автоматического поиска патологии больше, чем себе? Кроме различного использования наших разработок в медицине, наши решения можно применить, например, для авиадиспетчеров, профессиональных водителей или пилотов самолета. Искусственный интеллект все плотнее проникает в нашу жизнь. Например, в Иннополисе есть роботизированная доставка товаров, есть автономные транспортные средства. И многие задаются вопросом, а заменит ли искусственный интеллект полностью человека? Вдруг случится так, что человеку не останется занятий. Я считаю, что искусственный интеллект необходимо рассматривать как один из инструментов автоматизации, который существует для того, чтобы помогать человеку, а не заменять его. Несомненно, часть профессий станет менее актуальной, некоторые профессии исчезнут. Но вместе с этим, как и с развитием любой технологии,
должны появиться новые профессии, о которых, возможно, мы еще не знаем. Научный путь тернистый и извилист. И я рекомендую хорошо подумать перед тем, как идти именно в науку. Но если вы все-таки выбрали этот путь, то я желаю вам следовать своей цели, верить в себя и идти до победного конца. Наука позволяет вам открывать тайные законы Вселенной, и поэтому заниматься наукой крайне интересно.